Находимся в овражке, который находится на территории парка, заповедника Коломенское. Это место известно как минимум с 1-2 веков до нашей эры. Считается, что здесь очень мощный в глубинах земли разлом, через который энергия идет не ровно, а под различными углами. Находясь здесь, можно получить очищение, оздоровление, можно загадать какое-нибудь желание, и оно обязательно исполнится. И еще самое мистическое и магическое состоит в том, что когда мы находимся здесь, и здесь уже были такие случаи, можно неожиданно перейти из одного измерения в другое, из одного времени в нашем даже измерении в другое время, в этом же нашем измерении, ну скажем, вот сейчас взять и переместиться, ну, в 13 век, например, из 21-го. Но для этого, говорят, мало просто разлома и вот этого ручья. Нужно еще, чтобы появился магический, мистический туман. Вот сидим, ждем, когда появится туман. Присоединяйтесь, может быть, прогуляемся во времени в пространстве вместе.